Всем привет! Давайте сегодня рассмотрим еще один вариант, как можно сделать одежду ZBrush. Поехали! Будем делать одежду с помощью маскирования. Это вот кнопка Ctrl. Вот она вот так вот маскирует. Ставим симметрию. Допустим, уменьшаем, ну, сделаем ему майку такую. Мышка у меня чуть подгоняет что-то. Так что за быстроту извините. Вот так вот маскируется все. Ну, приблизительно такая майка у нас получилась. Вроде неплохая. И теперь что мы делаем? Теперь мы заходим в SubTool. Здесь у нас есть кнопка экстракт. Вот она, запоминайте. Вот она, экстракт. Вот этот полоток делает толще, ну, больше объем снимаемой вот этой поверхности. Вот мы жмем экстракт. Вот он у нас прогоняет. Вот тут такое у нас получилось. Сейчас найдем. Так. Вот такая майка у нас получилась. В седьмой версии что-то вообще все по-другому. Это капец какой-то. Давайте отключим нашу модель. Вот. Вот такая вещь у нас получилась. Оказывается, еще все нажимать надо, ничего не установлено. В другой версии 4, ну, во второй, там все как-то получше. Давайте теперь отключим ненужные сабтулы, от которых мы в прошлый раз делали. И получается у нас где-то вот такая майка. Я зацепил руку чуть-чуть, вы видите. Вот теперь надо с нее снять маскирование. Заходим в маскинг. Жмем Clear, как обычно. И все, вот теперь можно ее выгладить. Сейчас ставим полосок побольше. Вот так ее можно выгладить, чтобы на майке не было мышц. Это удалим, потом я сейчас покажу, как, если вы зацепили что-то. Вот так выглаживаем майку. И, в принципе, ничего так себе. Получилось толстоватое, но это из-за регулировки. Сейчас покажу вам. Вот открывайте сабтулы. Вот эти полоски, вот они регулируют толщину объекта, там тоньше можно сделать, вот эти края можно сглаженными сделать, можно вот как я сделал, как будто это бронежилет, но это я подкорректирую, и вы потом можете, сейчас давайте удалим вот эти мешающиеся нам части.
Вообще неудобно что-то с мышкой у меня. Вот такое вот получается. Ну давайте теперь штаны еще сделаем. Открываем, допустим, наш SubTool. Вот он у нас есть. Давайте еще посмотрим, как будут штаны у нас сниматься. Или давайте сделаем теперь куртку ему, да? Давайте. Вот так мы делаем, маскируем. Вот так вот сделаем. И что ты не хочешь работать? Вот такую где-то куртку сделаем. Вот так все замаскируем. Давайте опять жмем экстракт. Вот она снимает эту, прогоняет модель. Вот такое у нас получилось. Опять снимаем маскинг. Открываем саптулы. Вот у нас появилась куртка. Можно еще снять маску, нажав Ctrl, и вот так вот выделить по свободной поверхности экрана. И вот такое у нас получается. Теперь мы можем с помощью вот этих кнопок произвести кое-какие манипуляции. Допустим, сейчас, пардон. Допустим, Scale открываем и можем вот так там увеличивать ее. Допустим, мы ее так побольше сделаем. Вот так вот можно делать. И теперь давайте включим нашу модель. Вот теперь с помощью вот этих кнопок давайте подгоним ее, куртку. И теперь возьмем мох, сделаем побольше. Можно опять же замаскировать места, которые нам не надо вытягивать. И вот так вот потихоньку можно нашему Арнольду сделать куртку с воротником. Вот так это дело будет. Давайте еще ему оденем майку. Вот так вот. И такая же операция у нас делаем, допустим, со штанами. Тоже маскируем. Допустим, полные штаны будут у нас. Я не вывожу ровно, чтобы быстрее вам показать. На детали не обращайте внимания. Вот опять жмем экстракт. Вот он у нас опять делает определенные операции. Вот появились штаны. Снимаем с них маску. Опять же, выделив их, снимаем с них маску. Вот у нас попались руки. Давайте их обрежем опять. Это обрезка Ctrl-Shift. И делаете Alt. Раз, удалили.
я делаю приблизительно, чтобы не тратить время, так что если что-то не выглядит быстро и хорошо, так что извините. Вот теперь у нас появились штаны. Давайте откроем все саптулы, которые мы сделали. Вот теперь у нас вот такой Арнольд одетый. Давайте теперь это все дело объединим. Забываю включать симметрию. Вот так это все подгонять можно. Таким образом. Теперь мы жмем Remesh, ставим полигончиков чуть-чуть и жмем Remesh All. Все, теперь ждем, когда он закончит операцию. И у нас будет модель уже полностью одетая по-другому. Все будет другой вид. Вы можете потом все это дело дорабатывать, складки. Ну, принцип понятен, это уже второй вариант, который показывают в интернете, который я нашел. Простенький такой, тренируйтесь. Видео может у меня долгие, потому что компьютер долго вот медленно работает, и я подстраиваюсь под него, говорю медленно, не так, как бы хотелось быстро все объяснить, так что извините. Программа у меня вылетела, так что конечный результат я вам не покажу. Сделаем просто вывод, что надо чаще сохраняться после каждого саптула, чтобы потом вдруг вылета программы, можно было нажать на файл, открыть наш проект, загрузить его, и все будет хорошо. Все, всем удачи! Если помог кому, так это очень приятно будет осознавать. До свидания.